номер у нас отель Вилла Дорадо. Заходим в наш номер. Тут такой коридорчик с зеркалом, с таким большим шкафчик. Шкафчик большой, но такой узенький. Но ничего, еще говорится, вмещается. Так, один. Запасные подушечки. Здесь еще такой шкафчик, одеялки запасные. Здесь вешалочек, очень много вешалок. Сейф, сейф платный. Даже не знаю, сколько тут, что стоит-то. Ну, не брали. Так, коридор. Проходим комната. Комната, конечно, шикарная. Две огромных-огромных кровати. Не знаю, тут размер какой. Ремонтик шикарненький. Все чистенько, все хорошо. Тумбочки. Одна тумбочка у кровати. Вторая тумбочка тоже у кровати. Ну тут, я не знаю, вдвоем на одной кровати хватит места. Так, пульт, значит, телевизор тут есть. Такой хороший ЖК, но пульт надо оставлять, залог 20, по-моему, евро. При выселении вам отдают. Можете не брать пульт, тогда телевизором не пользуйтесь. Такой стол тут хороший. Стол плюс холодильничек. Холодильник нормальный, продукты хранить. Еще один столик, лавка. Тут такое место для чемоданчиков. Кондиционер. Правда, мы не включали. Жары такой тут нет пока в мае. Балкон. Балкон хороший, такой большой балкон. Здесь стол, стулья. Плюс сушилка. Вот. Для белья. Где мы только не были, сушилок нигде не было. Но в этом отеле сушилочка для белья. Скоро 9 мая. Мы флаг повесили 9 мая. Правда, наши окна выходят на проспект. Зато все рядом, и остановки рядом. Вот тут вот мы берем путевки. Вообще дешево. Там наш любимый Паша работает. Вон стоит как раз Паша. Флаг наш на 9 мая. Флаг. Будем отмечать 9 мая. Здесь уже вывесили. Угу. Правда, пока убирали, они берут и прячут наш флаг. Не любят, наверное. Почему испанцы, наоборот, они за нас? Значит, за нас. Испания на стороне Советского Союза. Пойдем туалет покажем. Нет, балкон шикарный. Правда, конечно, с соседями тут прозрачные вот эти перегородки, но это не очень-то нас. Главное, есть холодильник классный. Холодильник я уже показала, шикарно. Хотя некоторые пишут, что холодильника нет. Холодильник есть. И Wi-Fi. И бесплатный Wi-Fi. Кровати вообще супер. Я тут катаюсь всю ночь, я не знаю, сегодня кувыркался. Даже есть пеленка для тех, у кого может быть недержание. Да, пеленки как старые эти. В детстве. Да, эту карточку вставил. Ну, открывается, значит, карточка, как и везде в отелях. Вытаскиваешь. Три русских канала. Сказал, да? Я и не знаю, сколько каналов. Три русских канала. Первый, РТР и еще какой-то забыл. Телевизор шикарный. Пульт, кстати, делаю. Пульт платный, правда, приходится за него, за пульт депозит оставлять 20 евро.
потому что, говорят, придурочные англичане, у них какая-то стала мания воровать пульты из номеров. И теперь за них вносишь 20 евро, но при отбытии пульт сдаешь. И тебе возвращают их. Так, туалет с ванной. Ну, ванна, правда, нету. Значит, туалет. Шикарно. Два рулона бумаги дается. Полотенца тут лежат. Душ. Фен. Ой, фен. Нажимать на кнопку надо. Да. Тоже зеркало такое большое. Плюс вот здесь вот выдавливается, подставь руку, да, я покажу, здесь белый такой, прикольно, между прочим, мыло или что-то такое, шампунь. А вот душевая кабина, большая, ну, душевая кабина, ну, она, большая, конечно, большая, но плохо то, что не закрывается, и вода у нас немножко сюда льется, но мы полотенце, да, вон бросаем. Изнутри. Да, а так вот, душ тут такой большой. Тут тоже висит жидкое, как бы шампунь и мыло. И тут вот цветом голубенькое, ну такой приятный на запах. Вообще шикарный, конечно, у них в номере вот эти выдают жидкости. А здесь белый, как крем. Тоже надавливаете и вытекает. Номер, конечно, шикарный вообще. Огромная раковина, плюс полотенца еще под раковиной висят, сверху полотенца висят. Ну, в общем, полотенцев море тут. Номер шикарный. Больше всего прям приятно сесть на туалет и в интернете Wi-Fi заниматься, не отвлекаясь от главного. Плюс, когда селились, в душевой положили, но вот сегодня вот не было. А вчера в душевой такой пакетик лежал. И там, значит, шампунь. Скорее всего, вот это. Ну, скорее всего, шампунь. Ну, такой. Это мелочи жизни, да? Нет, но все равно мелочь, а приятно. Это шапочка для плавания. Ну, не для плавания, а чтобы волосы намочить. Салфеточки такие. Пакетик одноразовый. Ну и, как всегда, расчесочка. Это все фирменные знаки их, все фирменная упаковка этого отеля. Прикольно все равно. Ну просто сегодня почему-то не дали. Может быть, это только при селении дают. Выселение. Вот этот пакетик. Литр стоит. За что-то меньше евро. Что-то 80 центов. 80 центов. Ну и моя любимая, тут в Испании ем, только покупаю вот этот, и рву везде, мишмула. Пацаном рвал, в этот раз ты купил. В этот раз купил, да. Ну, потому что еще недозревшие висят, я жду. Висят, жду, да. Не рискнул. Это мишмула, так-то у нас в Воронеже, она стоит 450 рублей. Может, мушмула или мишмула? Нет, мушмула. Ну, в общем. Ну, вот так вот. Ой, сыр. Ой, тут еще такой магнитик, не магнитик. Как Олег любимый, Мадрид, Реал Мадрид. Скорее всего, это бутылки открывать. Номер показала. Да, все, шикарный номер. Вообще, нам очень нравится. Очень, вообще, вот мы в шоке. Не ожидали такого. Да. Стандарты вроде самые, как это. Я представляю, что в таких люксовых... Нам говорили, ни холодильника, ни балкона. Ну, во всех номерах балконы есть. Шикарные балконы и холодильники. Очень хорошо. Ну, в общем, нам очень нравится. Все. Следующее будем покажем территорию отеля.